Приветствую, меня зовут Роман, и сегодня последний день Нью-Йорк Арт Экспо, это суббота, 16 апреля 2016 года. Вот я иду и просто решил показать вагончики для конной полиции. Так прям все официально. Такие фордики, пикапы для перевозки, это дело. Не знаю, лошадка на дуле или нет. Ну и опять 54-я стрит. Ладно, посмотрим. Okay. I go like this, Roman. Just like this. Okay. Okay. Here I have Roman Romulain from Russia, and he is going to paint alive at Art Expo New York. Getting ready to start, and there is his model, Paulina. She's from Chile, and she is an artist as well. Gracias. But Chintelli is like her name.
Приветствую, меня зовут Роман. Это суббота, Арт-Экспо. Предпоследний день. Я думаю, до этого, что суббота последний. Я нарисовал портрет. Мне позировала леди на знакомые из Чили. Вот эта работа. Вот моя палитра. Могло бы быть лучше. Могло бы быть лучше. Из оправданий только, ну, общий стресс и отсутствие нормального света. Тут светло, но нет направленного источника из-за этого. Can I help you? Yeah. You saw my paintings? Is it yours? Yeah. Where from? Russia, Moscow. По-русски говорили? Да. Откуда вы? Из Москвы. Вы специально приехали, да? Ну да, на выставку. Вот, извините. 170 холстов. Как вас зовут? Роман. Роман. Из Москвы. Вот это интересно. У вас какой цвет это? Какой у вас цвет в основном называли? Пейнтингс. Какой у вас абстракт или нет? У вас абстракт или нет? Нет, есть немножко. Но самое contemporary, что у меня, это вот последняя серия, что съел синий пес, это все равно не абстракт. Но она уже в такой манере, как бы, экспрессивной, я помню. А так, более ранние работы, да, они больше на импрессионизме. Вот есть более реалистичные портреты, там, пейзажи. Ну, получается, что у меня тут много пейзажи всего. Пейзажи здесь, да, у вас? Да, много всего. То есть, если вы там что-то вас интересует, то вы спросите. Я откопаю. Я поняла. Вот. А так... Да, это из тех путинок, что у нас нельзя реализовать. Тут слишком много авторского вмешательства, ну, в плане атмосферы работы. А это кто? Это просто знакомая, как моя подруга. Почему? Может, здесь... Вам нужно Путина сверху поставить, чтобы видели? Это тоже... Вам нужно вместо женщины Путина сверху поставить? Вот все, кто из России, говорят так. А кто-то вот там подходил, женщина из Германии, и... Говорит, фу, Путин. И у меня куратор сразу говорит, о, да я же тебе говорил, не надо показывать Путина. Она так и сказала? Ну, тут все по-разному, да. По-моему, вот у меня. У меня есть один Путин. Политика, короче, ага. Сори. Что, разбили? Вот, он разбился, да, я его закрепил. Теперь это contemporary art. Теперь он разбит. Это те, кто его не любит, возьми. Ладно, Роман, ну посмотрим, покусим. Ну, посмотрите, тут, да, не часть, а мне сам куратор предложил. Ну, мне как бы сделали скидки, и мне вышло немного. Для меня упор у них на то, что я реально буду продавать, и они получат комиссию. А, вот так, да? Так. Ну и вот я сегодня писал тоже, еще не высохла, она еще неделю будет топнуть. Девушка из Чили, она. Заказала, да? Ну, уже одна китаянка заказала, но эту я писал просто, ну как мастер-класс, это как? Знакомая, да, это куратор моего с галереи, да. Но тут освещения нет, основного источника света, поэтому как-то она немножко плоская. Ну, им нравится. Завтра еще кого-нибудь попишу. Если есть какие-то варианты с портретами, то я вам карточку. Я есть, как, нет, есть в Арнаса Гэллери, а там уже, если там написано, кто в составе, то я тоже могу быть. Я как-то не обращал внимания. 170 холстов. И это не приду этого есть. Ну, я как бы, я, наверное, самый широко представленный на всей выставке. Если так брать, то там у китайцев много, но они же все безликие, там unknown artist. Вот эти видели, там фабрики целые. Чисто на потоку уже. Спасибо.
пример случайный русский посетитель. И как, кстати, эта камера позволяет снимать, интересно. Ну и что же они... Абстракция им нужна. Не знаю, что им нужно было. Короче, не хочу об этом даже думать. На самом деле, такие посетители меня нисколько не смущают и не портят мне настроение. Мне достал мой порт. Вот. Просто я уже не могу. У меня же каждый... Нас взаимно раздражает каждый чих друг друга. Я вот все жду, пока она договорит, чтобы ее не прерывать, чтобы спросить, в какой форме мне оставить мое место, и завтра я тоже буду писать. Потому что убирать все, я, ну, когда нужно куда-то деть квартиру, нужно прибить гвоздь. Гвоздь прибить — это шуметь. Хотя до этого я помогал вот девушкам на фоне вешать эти картины сегодня утром. Они, кстати, не знали, что я художник, только когда я за кисть взялся, удивились. Они думали, не знаю, что я рабочая сцена. Хотя я был в нормальной одежде. И сейчас в одежде, в которой я писал, что пачкаться, что ли. Теодор из Одессы. Он программист, в том числе. То есть у него совмещено техническое. Даже не программист, а еще кто-то. Ладно, я снимаю про вас себе на блог. Спасибо. Да нет, да там два пока подписчика. Не благодарите. Я там... У нас маленькая и уютная, большая, 25. Вот. Значит, совмещая техническое образование с художественным, он делает вот такие вещи, которые изначально я принял. Понятно. Многие принимают за письмо свету, ну, выставленной выдержкой. Ну, впоследствии, ну, это как некий как бы результат химического синтеза. И подобная работа — это не совсем принты, это то, что получается в результате. Не понял чего, но это не принты. Исходник вот такой. Просто есть галереи, которые придерживаются. Тоже есть русские художники. Антон Кропоткинский. Галина Башманова. Антон Кропоткинский, Галина Башманова. Можно с ними пообщаться, но как-то одессит, он такой весь приветливый, с ними, ну, в принципе, можно говорить. Мне просто сложно со всеми людьми говорить, только с самыми открытыми мне говорить легко. С этой стороны это женщина? Блин, какое ощущение, что вообще в Москве каждый третий на русском человеке. Искусство разнообразное. Категорически. Категорически разнообразное искусство. Меня галерея толкает вот таких по 300 баксов голограммы. Моя галерея толкает вот такие вот по 300 баксов голограммы. Ну, для интерьера американского вообще супер, я считаю. Себе бы, ну, в жизни не повесил. Ну, 300 баксов. По сравнению с моими холстами вымоченными, оригинальными. Пускай оригинальными, но лучше такая распечатка. Я прекрасно понимаю людей, которые берут это. Я спросил у Намана про Кузьму, ну, показал ему его страничку, он сказал, что клевая работа у него.
Вот. Ну, видимо, реально клевый, потому что нам он любит. Все как-то, будучи миролюбивым индусом, любит все по-русски обосрать. А, ну, в принципе, у меня они тоже оказались оригинальными. Ну, когда я смогу спросить про свое место? I think you can live there because he saw you. He's always okay, yeah? Yeah, it's okay to live here. Nobody's gonna take. Okay. Just put a sign, wet paint. You gotta leave a sign over there, you know? And can you do it? And I put this okay? Yeah. Okay. Can I ask for scissors? Они еще жахнут на фасках.